Это все у нас придет. Все, погнали, смотрим, что у нас там происходит. Не хвост играет на виспе, Трикси играет на Да, Трикси на венике, но играет вот. Ну, то есть это я так понимаю, соло-сложная виномансер будет. Скорее всего, да. Да, вот да, да, 100%. Так и будет, это будет соло-сложная виномансер. Флай будет, собственно, помогать Эри Нотейлу. Ну и в миде у нас будет товарищ Хани, бум-бум. Хани, I'm home. Да, до сих пор считается на фаворитами, собственно. Да, бабосик можно было нормально сорвать. Ну да, на каждую карту на GamingBet заходишь, просто на каждую карту лупишь на Фнатика. Лупишь на Фнатик на первые две карты и руби куш. Да, и просто побеждаешь всех. Изи мани. Да, изи катка. Изи катка. Изи рейрс, изи мани. Ладно, Нави хвост, понятное дело, на луне. Дэнди тоже абсолютно понятно, что играет на Дваури. Пупеха на Личе, Фаник на Слацверке и Куроки на Лишраке. Стан есть, ульты неплохие, Соломит хороший есть. Надо только все правильно это сделать. И все будет хорошо. Все будет просто отлично. Да, вот хвост находится уже руну инвиза. И пошли крипки. Пошел хвост. Пока что в центр. Но отправляется он... Ну, конечно, надо топ фармить, правда, очень поздно. Погоди. Это луна лич миди. А это, кстати, новость. Это луна лич дабл мид. А это вообще новость сейчас для команды Фанатик будет. Очень может быть. Так, ну и Трикси с Флаем, кстати, в легкой стоят. А Тинни и Висп отправились в сложную линию против Деваурера и Шрака. Я не понимаю, кто сейчас кого надурил. Я тоже не знаю, кто кого сейчас тут действительно обманул. Но мне кажется, что у Фнатиков... Ну как сказать, блин, тут кто кого первый принимает насчет. Если на полу уроки... Вот я не знаю. Вот, по-моему, и те как-то пытались друг друга надурить и надурили такие, да? Да, а сами вот, себя. Это... Сейчас непонятно, знаешь, какое сейчас идет общение. Вот опять-таки, что нам уже круто было, это был Turtle Beach Speak Chat, вот этот Team Speak Chat, который в стрим включали, собственно, переговоры ребят между собой. Мне интересно, как и одни и вторые сейчас обсуждают ли они слаб линиями или нет. Да, обсуждают, но Тейл снизу. С Тинни уже. Вот. Эра и Нотейл снизу. И мы видим здесь 4 пулейн, и Фаник идет просто давить 4 пулейн сейчас. Авторитетом Фаник, да? Против 4 пулы, блин, Фаник. Сейчас еще Кога мне сбил ТП и сказал, нет, я сказал, я буду стоять против четверых. Да, ну Фаник стоит, по-прежнему терпит, пытался он достать Когами еще и Трин Протектора, не получилось у него это сделать. Теперь уже Эра будет нормально стоять, бить крипов. Крипов здесь уже куча, просто тьма тьмущая. Получит сейчас много-много уровня Эра, получит много денег Эра. На Тинике крипов добивать очень удобно, потому что там атаки точно так же, как... Ой-ой-ой, проблема у Фаника. Фаника начинает напрягать. Есть семечко у дерева, посадит семечку Фаника. Да, свое семя Фаника только что засадил Флай. И Фаник может уйти. И Фаник убивает не спал. Вот это прикол. Минус виномансер от Куроки. И Куроки фловый просто били. Фаника атаковала трипла, и он просто включил батарейки и пошел. И минус висп. Вау. Это какое-то слишком неправильное начало. Так не должно быть. Возможно, в тактике после предыдущей игры просто еще на кураже, знаешь. Ага. Мы такие жесткие, мы там тогда то всех подевали, и сейчас получится. Подоставали орехи из между своих булок, то есть которые были крепко зажаты. Сейчас самые, подоставали, уже такие слабились, типа. Всякие. На Дэнди на топе набрасывается здесь Трикси, но это так себе набрасывается. Видим, Дэнди, в принципе, спокойно спрятал Трикси и отходит. Очень-очень хорошо умеет использовать виномансера Фнатик. Опять-таки, мы уже не первый раз это повторяем. Ну, посмотрим, как этот виномансер здесь себя будет чувствовать. Пока Фбелл отдал знатненько. Кстати, ты помнишь вчерашнее голосование? Которое именно? Когда играли Нави против Liquid. И был вопрос, кто отдаст ФБ, Нави, Liquid или Трикси? Да, отдал ФБ Трикси. Сейчас отдал ФБ Трикси, да. Причем он еще в Твиттере вчера написал, да какого черта, я же даже не играю. Почему я должен ФБ отдать? Да вот почему. Ну вот, собственно говоря, да, ферстблад на Трикси был произведен. Да. Так, сейчас тапки, так понимаю, Эра себе купит, да, Эра покупает себе ботинок.
Так, ну и Фаникс. Фаникс ботлом спокойно стоит на лайне, никто его не трогает. Так же, как и Хвост, кстати, в миде у Хвоста 22-8 крипстат на центральной линии вместе с Пупеем. Совершенно спокойно они там стоят. Я не знаю, правда, зачем Пупей тут вот постоянно находится, потому что вроде как Хвосту ничего не угрожает. Бэтрайдер вообще ушел фармить сейчас свои многорипл стауны, точнее, да, спауны. Кто сейчас самый топ-левел на карте? Угадай. Ну, Клокверк. Просто фунечку я. Просто в фунечке. Который против четвереплы вообще какой-то момент даже стоял. Да, да, ну вот там Дваурер также его сейчас догоняет и немножко совсем отстает Фнатики по опыту. Ну как, немножко, блин, Фнатики серьезно отстают по большому счету на 2000, учитывая то, что... На четвертой минуте это много. Да, ну... Ну это и в глобальном понятии это немного, но... Ну как бы... Учитывая то, что это 4000 и 6000, это в полтора раза по опыту идет перепак. Команда Na'Vi. Ну, мы видим, что Бэтрайдера очень сильно загонял Папи. Четвертый левел Бэтрайдер, 9 крипов убитых, в то время как Смотрите, фармил Гроги на топе в инвизе сейчас стоит. Мало у него факт, только на один каст, у него нету диаболика. А, да. Ну, Трикси все равно можно убивать. Трикси можно убивать, с Флаем проблемы могут возникнуть, но вот Трикси, да, если... А, нет, решили все-таки принять этого товарища. Флай. Он тут хорошо откидывается сейчас. Трикси. А зря это Пупей. Это Пупей, нужно двоих убивать. Нужно двоих убивать. Тут зачем? Нормально, нормально. Суки будут нас добивать. Да, да, да. Его просто не пропустят никуда. Это даблкил. Даблкил Дэнди, причем прошу заметить. И опять смотри, чувачело с А в никнейме выигрывает. Мне это уже надоело. Валва. Фиксит, плиз. Фиксит снизу. Фаник. Проблем у него. По таверам Зижера насыпает Фаник. Огромные травмы, Коги ставит Фаник, закрывает Бейк Фаник, перейти! Как же, если бы он еще ушел отсюда, оставил? Ну, сейчас просто вышку переагрят, я думаю, в себя и... Да-да-да, спокойного Бигатера. Но есть первый фраг от Фнатика. Да, распочинились. И Тинни Уэсп разрабатывает. Хавост купил себе... Хавост. Да, Мидас. И уже начинает мидорасить. Ну и Дэнди Мидас тоже приобрел, да? Да, наверное, видишь, уловили эту волну игры. Мальчик парится, да, у нас все нормально, у нас два Мидаса, let's go party. Все окей, пацаны. Na'Vi поняли, что здесь на DreamHack'е надо играть по таким правилам. То есть сначала каждая команда, чтобы собрала 1-3 Мидаса, и после этого только начинают серьезные игры. Да, смотри, Фаник догоняет Эрун, тут Висп. И Фаник теперь убегает от Эры. Сейчас будет Кок и отпьется Фаник здесь. Да, там сейчас, понимаешь, маны очень много уже у Тини. И очень осторожно надо быть. Так, Куроки это просто на прокаст, чувак. Так, попадает. Все нормально. Все нормально, и Рокет залетает, и работает, и Куроки с руки продолжает избивать Эру. Не-не, нормально все здесь, но Тейл просто тоже. Сейчас будет еще один Рокет просто от Паника. И через 30 секунд будет еще ультимейт. А, ну Тейл без тапка. Да, Тейл без тапка, но уезжает. Для Паника это не проблема, сейчас Рокет будет просто по двоим. Они уже битые. Нет, понимаешь, что сейчас просто, если вот так вот по Тине, он убьет здесь всех. Нельзя недооценивать Тиника. Это один из самых таких серьезных кастователей на лоу-левелах. Ты сказал, как только пришел Лешак, что он на один каст. Вот он как бы был на один каст. Так что, братюнь. С Лешаком вообще разговор короткий у Тиника в основном. Если у Лешака, конечно же, нету чего. Брассирочка, конечно же. Так, что там происходит? Ты кому-то хочешь бутылку? Да, кинуть? Я хочу бросить какую-то бутылку. Тут собралась делегация. Занимаются. Ну, Na'Vi вроде бы играют. Обычно у нас Na'Vi делегация. Да, обычно Na'Vi делегация. Эра, кстати, приобрел себе тем временем рецепт на Мидас. На чтобы еще на топе. И ну проблемы здесь огромные, собственно, у дерева. Здесь же Курокай. Курокай с таном не попадает. Флай пытается бежать. Его с руки избивают. И это чертой фраг для Дэнди. Киллинг спри Дэнди. Вот для Дэнди сейчас все пошло лучше некуда. Есть очень быстрый Мидас. Да, балл очень много фрагов. Нетворцу. По нетворцу действительно они с хвостом на двоих имеют уже по 4000 нетворца, в то время как там... Вдвоем они имеют больше, чем та вся команда. Да, да, да. Потому что там ребята по 2500, ну вот 3000, ладно, у Тиника. Которые 9400 нафармили сейчас в сумме Фнатики и 8400 нафармили вдвоем Дэнди с хвостом. Это да. То есть они пока впереди планеты всей. Ну, здесь можно смело сказать, что 2%. Там, кстати, опять Фаника нашли. Точнее, Фаник нашел Ноутейла, но Ноутейл улетел. Фаник, кстати, очень агрессивно играет. Вот как бы Бэттинг Клокер. Да, там, кстати, наши статисты подсказывают, что Тинь имеет винрейт 62% против Лешрака. Оно и понятно почему. Потому что Лешрак, он обычно не играет против Тинь. Он летает по всей карте. Да-да-да, затошенный и засыпанный кирпичами. Да-да-да. Курокай.
Кайку. О, Кай, пятый левел на топе. Мы видим, тоже хочет себе собрать медаль. Еще голды никуда не тратит. И если ему повезет, то может и не будет тратить. Смотри, Фаник. Нотейла видит. Так, закрывает дерево. Фанику надо помочь здесь. Гейль, Фаник сейчас может умереть. Нет, Фаник живет по-прежнему. Ну, помогите же, мы там дерево закрылось, вы знаете, где оно стоит. Там, понимаешь, там хвост с ультом, поэтому туда никто и не подходит до сих пор. Туда сейчас, если на хвоста и бросаться, то только втроем минимум, потому что даже два героя, типа Виномансера и Виспа, очень быстро рассыпятся под Эклипсом. Да, понятное дело, что восьмой левел еще и хвоста, еще и два бима он успеет врезать там. Это будет печально. А хвост тем временем насобирал уже все денег на доминаторе. Здесь мы видим Папи и Куроки. И если кто-то сейчас подставится, например, Виномансер, то он умрет. Виномансер подставляется. Вот она Нова и Лишра. Чайник залетает. А подальше и просто на слон Гринжи. Минус Виномансер. Посмотри, сейчас Куроки переагрели. Переагрели, да, конечно же. Каким-то непостижимым образом на девятой минуте появляется Вулкани Дагер. Как? Где ты его на... Ну, как можно было наворовать Дагер, когда его на линии так унизило? Понимаешь, Хани понял, что нужен реально быстрый Дагер, без всяких тревелотов, транквилов и прочей чуши. И действительно, вот зафармив кучу спаунов вот этих вот крипов больших, он сейчас имеет вот такой ультра-быстрый Дагер. И сейчас главное его ультра-быстро реализовать. Но его уже видят. Спалился с даггером своим, он на варде как раз пролетел. Ну, я надеюсь, его прокликали, опять-таки, Нави знает, они, что там есть даггер. Ну, должны были прокликать, там, но ты уже спрятался в лесу, ждет, когда Фаник вылезет чуть дальше положенного. А Бэтрайдер уже залетает с фланга. Ну, и на Фаника сейчас будет прыгать, Бэтрайдер прыгает, Фаника цепанули. Фаника, проблемы, здесь же Эра, здесь же Ноутейл, до свидания, Фаник. Да, очень быстро разбираются. Вот, видимо, все-таки не проконтролировали этот момент. Да. Может, не обратили внимания, может, завтыкали с даггером. Уже проконтролировали. Уже, да, уже знают, что там есть тот самый даггер. Так, у нас Висп полетел на базу, там сейчас быстренько подвигается. Дэнди, тем временем, здесь поймали у нас, собственно, они товарища Флая. И очень много раз его сбивает. Очень быстро, да. Ну, у Дэнди много айтемов. Уже подстав есть, да. Фнатики могут сейчас немного этот момент упустить. Хотя, с другой стороны, все равно, когда на него набросится Висп и Кини, если у Дэнди не будет БКБ в этот момент, Дэнди очень быстро умрет. Реально, да, очень быстро. Это факт. Но опять мы видим, что вся игра, вот 11 минут уже прошло, и практически у нас постоянно возле Дэнди кто-то есть. Да, охраняют Дэндимона. Вот он, Висп появился, мог бы Дэнди пытаться сюда вылететь и спрятать. Очень круто фармит хвост в центре. Наконец-то мид дали. Дайте мне соло мид. Нет, соло мид не дали. Мид дадим, но соло нет, братен. Все. Фармит так. Да, но в итоге получается, что все-таки по линиям, конечно, Нави передумали. Фнатик. Поставили они Фнатика свапаться линиями. А в миде заставили терпеть Бэтрайдера улетать в лес, что дало абсолютно... Что развязало руки хвосту, который, ну, все-таки, как бы на 12-й минуте ПТ, Мидас, Доминатор и 11-й левел в Луне. Это, вы мне, конечно, извините, дохренище. Да, это реально много. Опять же, учитывая то, что она была в миде, то есть линию, которую, скажем, легко загангать, да, там, прессануть с двух сторон. Тем более, что это Луна, тем более, что там есть Висп Тини. А вот Висп Тини пока подобными вещами не отличались особо. Да, там, кстати, стоит вард, который видит то, что залетает сейчас Бэтрайдер. И Бэтрайдер не безрезультатно, короче. Ну что же, пролетел. Мидас также у Куроки. Не только у Тора и Локи, но и у Куроки. Надо будет ему еще что-нибудь потом, да, порассказывать. Ну и третий Мидас у команды Нави против одного Мидаса у Фнатика. И понятное дело, что здесь хочет Трикси собрать Мидас. У него есть Glass of Haste, тапок и три смерти. Это все, что есть сейчас у Трикси. С таким... Да, опять же убивают Флая. Флай что-то тут вообще 0-4 решил. Какой раз он уже здесь на линии умирает? Я не знаю. Просто... Я говорю, 4 смерти. Раньше вдвоем надо было его гангерить. А вот его пас. И Фаник не успевает. А ультанет хвост, хвост ультанет, хвост ультанет. Нет, хвост не ультанет. Он ультанет. Тут еще отменяется. Полезно, еще и ТП отменили, потому что это второй был бы фраг тогда. Ну, а, точно так же, как ловит сейчас Дэнди, точно так же хвоста ловит Фаник. Проблема стоит Коги. Фаник, ты их пробить. Приятно удивляют твоих болельщиков сейчас эти игроки. Казалось бы, надо терпеть. Да, да, да. Ну нифига, пацаны, вататы. Молодцы, Фнатики. Очень нравится мне, как они играют. Да, несмотря на то, что Дэнди еще не принимал в этом всем участие, мы не будем забывать, что там, да, Санит из Eclipse, много дамаги суки. Дэнди почему-то сейчас углубился в фарм.
Ну, хочет нафармить, видимо, быстрое какое-то БКБ или куски на БКБ или что-то типа того. Или меку какую-нибудь. Да, или меку. Ну, потому что, понятное дело, что, опять-таки, на него влетят тени с виспом, это ГГВП. Угу. Надо как-то живучесть свою поднимать. И так, ну, Тейл, ну, Тейл, тапок, стик, ничего интересного. Тут барабаны будут в скором будущем у тени. И у Нутейла есть релокейт. Следовательно, надо очень осторожно команде Нави действовать. Вот не уходить куда-то в соло, не появляться на вардах на вот этих соло. Например, как сейчас хвост. У хвоста, естественно, нечем убегать. Сейчас на него могут ворваться просто виспы тини сразу же. Там сзади, правда, есть лич. И вот это нужно опасаться. Сейчас мастер, увидели лича. Газ. Как-то быстро виномастер собрал этот. Недавно у него было что-то 500 голды, тут быстро два фрага в мире, и тавр, и вот он мидас. Вена. Так. Пупея тут опять же видели, куда он побежал. Тей 2000 на топе, хвост 300, Пупей тоже 300, Пупей мидас не собирает. Ну и Куроки едва живой, уже 1000 голды после мидаса нафармил. Неплохо, так я скажу вам. Ну, все-таки, да, мидасы дают довольно широкие возможности. И где там фнатики? Где у нас Эра? Эра, барабаны, мидас 1200, Трикси, мидас тапок, Хани, Стаф, Уизер, Драй, Блик Дайвер, этот без мидаса. Он должен держать. Что они надолго будут срамить? Ну, это был Пафли. Так. Зиншана, блядь. Рашид Кайпинок, это офигенно. Плачу. Ну, и... Кучку на Кер... Я шатин. Класс там. Да. Ну, это один тавр. Это второй тавр для себя будет пытаться забрать сейчас Нави. Два тавра уже забрали в Фнатике. Фнатики четвером, пятером, точнее, в миде будут забирать Т2. Т2 и Т1 это просто отличный будет рейм. И понимают, но есть первый ТП. Первый ТП лич. Да, лич уже подходит, просто на лича сейчас могут бросить какого-нибудь виномансера, и там уже будет очень неприятно. Закует здесь лич. Делает, да, лич, но он здесь не один. Именно так он пытается сейчас показать, но понимает Фнатики, что трое внизу, что лич там максимум с лишраком, а лишрак лич это мясо для Эры и компании. Пупея еще там змейка только что плюнула, так что он еще сейчас и медленный, жутко. Ну, отступает Нави, вышка очень сильно просела, здесь 500 хп всего у нее осталось, да, но внизу вышка не пострадала. Хотя, с другой стороны, Нави тавр забрали, а Фнатики ничего не сделали. Да, так что 2-2 по таврам счет, и хоста у хвоста. А нет, хоста у Фаника, я думал, хоста у хоста не получилось. Ну и здесь стоит тут Савариор Хвостовский, который настакал ему здесь немножечко добра. Очень быстро Рошана хотят забрать Нави. Это у них должно получаться. Дэнни, кстати, в Хекс выходит. 11 левел взял. По нетворсу на 1000 они по-прежнему вдвоем опережают Тиника. Ну и вот он Эгис. И вот они, Фнатики, пытающиеся убить вышку. Еще один мидас. А, Фаник тоже мидас купил. 4 мидаса у Нави. Пупей, слабак. Да. Такой не очень. Опять же, залетают ракеты, но Фнатики заберут эту вышку без проблем. На там еще дерево покидал, только что Эра. Ну и Бетрайдер, форстав, да, мидас Фаник, и ПТ появляются и на Мансера, арканы появляются у дерева. Быстро все появилось, но да, Фаник. Мидас, это самое главное. Это главное, конечно же. Да, что 4 Фаник, мидаса у Нави. Мы понимаем, что при преимуществе в 7500 голды, 8000 это мидасы. Кстати, да. Как ни крути. Ну, такое на самом деле. Такое всегда преимущество. Ну, сейчас посмотрим, к чему приведут эти мидасы. Все-таки прокачали ли станы на мидасах игроки на Нави? Да. Просто 4 мидаса, все в одного. Дух. Отлично. А прикинь, был бы какой-то мега-мидас, можно героя, например, разобрать. Продать героя, да, это Витя Голсак продавал просто. Ну, там, собираешь 5 мидасов, продаешь одного героя. Прикольно. Ну, отлично. Скинулись в пятером, да. И пофиг на твоего гирокоптера с 6 рапирами. Или, например, смотри, сделать мидас типа дебафом, что если ты его вешаешь на вражеского героя и его убивает, ты получаешь бонус на голду, например. Трэг. Ну, типа как трега получилось бы, да.
Прикольно, слушай. То есть сделать Мидас еще более юзабельным. Да? Конечно. То есть сейчас мало Мидасов, ребят, да? Очень мало Мидасов, еще больше Мидасов, безусловно. Хвост, кстати, БКБ скоро вынесет. Очень скоро причем. Там чуть-чуть осталось дофармить. У него будет Яша, доминатор БКБ и ПТ. Ну и, конечно же, Мидас, кто же без него. 11 левел у Дэнди, 13 левел у Хвоста. Ну и ничего не делает сейчас. Нави и тем временем пытается Аэрона фармить. И нагоним еще. 1100 голды ему догонимо. Ну вот сейчас Фнатики делают ошибку. Они остановились. Вот они видят этого Хвоста, который в соло фармит нижней линии, и ничего не делают. Нет. Ну Хвоста, да, убили. Убили здесь Хвоста. Хвост не собрался. Вот, видишь, они опять же слушают стрим, естественно. И Хвост тут тоже так подуспокоился, такой, пойду-ка я себе выйду сам куда-то далеко. А куда? Фармить. Он почти никуда не выходил, он почти подушки фармил. То есть его реально вытащили из-под аура и сразу же убили. Он это самый комбиной, про которую мы с вами говорили, что только так. Да, причем у релокейта кулдаун сейчас не самый большой, там, ну, 90 секунд даже на первом левеле, все полторы минуты, и, типа, можно каждые полторы минуты залетать, убивать Хвоста, например. Так, и вот он агоним появляется у Тини. Да, вот сейчас, собственно, больнее будет Битера, кстати, он практически догнал Хвоста по нетворцу, осталось 400 голды. Близкие они друг к другу сейчас уже по количеству заработанных денег. 3 минуты попадает Айгис у Дэндика. Дэнди пока в этой игре 5-0-0. Да, Дэнди хорошо убивал на этой карте. Ну да, там ему дабла, собственно, помогала, и он там довольно серьезно давил. Ты имеешь в виду Фнатиков? Дабла ему помогала в этом деле. Я имею в виду вообще PPS-ку Рокки, но дабла Фнатиков тоже помогала. В частности, флай на дереве. Да, флай на дереве что-то сегодня вообще не блещет, скажем, безопасной игрой. Просто помогает. Флай, видимо, не за безопасную доту все-таки. Рисковый парень. Не за безопасную доту. Так, смоук здесь от Нави. На вокруг своего сентри варда юзнули, чтобы их точно не видели. И побежали Нави. Куда же они прибегут, мне интересно. Неужели это байт на Хвоста? Ну, слишком нагло сейчас Хвост. Ну, вот сейчас... А это не то, чтобы нагло. Тут Бетрайдер. Вот смотри, сейчас Бетрайдер такой взлетает. А нет, он все-таки решил просто улететь. А, кажется, Бетрайдер догадался, где находятся, да, его оппоненты. И блинкаут делает. Но тут за ним Дэнди, Дэнди. Хорошо. Да, уже, наверное, не уйдешь. В любом случае, здесь будет еще Нова. Прыжок и минус. Хани. Да, решили. Да, за всю боль здесь просто. Ну, Т2 на Т2 будет менять. А, нет, тут Т2 уже упало. Да, уже нет вышки. И Эра, может быть, даже сейчас пытается со своими тиммейтами забрать еще одну. А, ну, как бы надо что-то придумать, потому что Нави здесь точно Т2 заберут. Ну, вот они и ждут. Они сейчас убьют очередную волну крипов, чтобы те крипы, которые идут дальше без остановок, прошли, там еще катапульты, катапульты долго-долго сейчас будут грызть, а все равно это там 2-3 секунды, но мы видим, что Нави уже разбирается с вышкой, у Дэнди, кстати, очень большие проблемы со здоровьем, 300 хп всего осталось, и надо бы на базу ему сейчас залететь, но у него нету телепорта. Зато у него есть хекс, так что он, скорее всего, сейчас купит хекс и побежит на базу регениться. Птички сейчас купит, кстати, дорогой хекс. Фанька, кстати, став в Wizardry. И скоро будет 4 став. Всем чуть-чуть осталось. Трикси, видимо, действительно не читал чинджлок, в отличие от того товарища, который качал сивку в максимум, а змейки на 2. А тут змейки замакшены и пассивка на 1. Ну, последняя пассивка, она вроде дает всего на 3% больше, да, замедления. Но, блин, это все равно 3%. А тут качаешь змейк на максимум, они лучше практически не станут. А там ты будешь наносить перевидя, прыв на пупе, пупе дал чайник и умирает. Да, тут Хани пытается поймать, в Хани залетает этот чайник, ну Куроки, Куроки. На развороте с Хани, ты смотри, дает еще стану, горит на Хани, но умрет здесь тоже Куроки. Нет, Хани, паник летает. Есть ульт, Куроки седает, Хвост должен ультовать, сейчас Хвост, Хвост ультует и... Он хорошо туда в коги насыпал камушков. Да, Дэнди стоял здесь тоже близко, не стал влетать, не стал ультовать. А, ну и в итоге 3 в 1 Нави драку проигрывает. Да, и Эра получает много денег. Почему Эра 4500 на руках? Да. Почему Дэнди не ворвался сейчас в драку? Он стоял очень близко. Он мог с форстафа туда войти, но потерял бы. Он убитый очень долго. А Эгис бы потерял бы. А, ну он же, да, он же с Эгисом был. Сейчас ему как раз Эгис отгенил все. Может быть, Дэнди просто не привык, что у него Эгис. Бывает такое. Да, может быть. Может, забыл, но не обратил внимания или что-то такое. Ну, бывают такие моменты, когда вот ты просто понимаешь, да, что тебе никогда там Эгис не достается практически. Постоянно Эгис находится у Хвоста. И когда ты не инициируешь, тебе говорят, типа, чувак, у тебя же Эгис, и ты такой, типа, блин, Эгис. Типа точняк, типа, блин, я там тупанул и так далее. Ну, всякое бывает. Я больше не буду, да? Да, да, ну тут уже больше не надо. Я думаю, следующий Эгис именно Хвосту и достанется.
уже, а не Дэнди Моно. Да-да. Что же, Нави хвост мы видим спокойно здесь, в миде. Эропил себе БКБ одной кнопочкой. Ой-ой-ой-ой-ой. Он и 16 левел скоро. Просто 16 левел. Да, и у него сейчас там дамаги немерено, а на 16-м прибавится еще основательно. Ну и давайте наблюдать за флаем Хани и Трикси. Они в миде втроем. Я думаю, Хани сейчас будет куда-то прыгать. Коварды поразбивает. Боится. Да, конечно, что боится. Сейчас всякие клохверки поналетают, чайки, и потом шип пропало. Поналетают. Ну, вот флай. Забрали бы его, выкинули бы. Вбил в землю вард. Он его, прикинь, же вард не разбивался, да, а топал в землю, втоптал его, и все, ничего не видишь. Ну и нормально, да. Так, ну залетают в центр, я так понимаю, будет смоук сейчас от фнатиков. Да, должен быть курица, а нет, поинтбустер курицы для Трикси. Так, и а нет, просто решили попрыгать. А, там же Ancient, там много, точно, точно. Ну вот все, минус все Ancient'ы. У Эры сейчас еще прибавляется пару сотен. Нормально сейчас этот, 200, 200, 200. Ну там сейчас 100, да. Денги, 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 200, не знаю, что... Смотри, взлетает Эра, тут хороший чайник, кстати, полетел. Какой чин, про! И Эра остается... Дабл килл! Себе дом спит. И Хекс. И Эра, кстати, теряет свой Beyond Got Like за 1344 голды. О май гад. Холли шит. Почти как 1337, только 1344. 1344 голды зарабатывает. Фаник, Фаник, смотри, Фаник в визе. Видит Флая. Видит Трикси, да-да-да, и Флай. Трикси улетел. Вот Фаник зацепил Флая. Бьет его, Флай заныкался, Рокет потерпает еще один, должен быть Рокет, но Флай в инвизе стоит на месте, и Фаник понимает, что его не убить, потому что кулдаун довольно большой. Хабост, Хабост, проблема в Хабоста, не, Хабост уходит. Хабост, кстати, да, он вообще зеленый, посмотри весь, и умирает. 478 золота за него получает, умирает Дэнди, 710 голды. Почему? Зачем? Как? Ну вот, кажись, все правильно делают, но какие-то настолько детские ошибки уже у Нави возникают. Там третий матч. Ого-го, по деньгам. По-прежнему преимущество чуть больше 5000, но здесь Фнатики отыгрывают его. И вот, 7500 голды было, осталось 3. 7500 экспы, извините, осталось 3000 экспы. Да, причем, понимаешь, это преимущество, которое было там 6000 на 9 минуте и 6000 на 25 минуте, это совсем разные цифры. То есть сейчас это действительно уже далеко уже не показатель, да, это реально абсолютно, ну, можно сказать, ноль денег, потому что это не является какими-то, опять же, лишними артефактами. Мы видим, что в драке тут все зависит от того, кто лучше подерется, а не от того, у кого больше там БКБ или еще что-то в этом духе. Ну что, 13-12. Так, есть релокейт, видят Куроки. Будут ли залетать на Куроки? Стремновато сюда лететь, опять-таки, не понимая, что вот есть рядом Т2. Ну вот сейчас сюда прилетает Дэнди, и Дэнди уже был бы неплохим клиентом на релокейт. Да, вот сейчас его видят, кстати, он прям на варде. Ну, Дэнди, мы видим, начинается собираться Блэкинг Бар. Кстати, кстати, видели или нет сейчас Фнатики перемещения Нави? Ну вот Пупе, они... Уже видят, да, Пупея немного зацепили. И сразу же мигает на Рошана. Сразу мигает на Рошана, мол, сейчас начнется драка. И драка действительно может начаться. Виномансера там нету. Нету Виномансера, да. Без веника будут в этой драке Фнатики. И они решили они не воевать. Да, мог бы Хани, а не Хани. Хани будет так. Хани, ну, БКБ. У него рецептик на БКБ был. И решил, что нет, ну, не надо. Да, Фнатики решили не рисковать. И вот такие решения не рисковать порой да, приводят к провалу. Да, да, потому что будет теперь преимущество, опять же, у Нави в бою. Я, конечно, не говорю, что оно становится каким-то таковым, это преимущество. Что нет, оно просто будет, будет. Оно просто будет, да. Будет сложнее драться в следующем раз. Это Сайгис у того, кто привык к нему, скажем так. Да, да, да. Тот самый райт-клик герой. Ну, 17 левел Луна, это уже сильно. То есть, как бы, да, мы понимаем, что 17 также у Тиги, но Луна, это такое, такое, конечно, такой герой, который, если зайдет через тот же лоу-граунд, вы видели, что там происходит, да? Когда, например, падает этот ретауэр, дальше все. Эти глейвы, бараки, здания, кривые герои, люди, да. Мне кажется, в скором времени мы увидим какой-то небольшой подфикс касательно глейвов. Возможно, ему уменьшат немного рейндж отскока там на...
пару десяточков юнитов, потому что они реально полбазы срезают из-за того, что прыгают между всеми этими колодцами и прочей чушью. Ну да, и не подойти просто, ты подходишь, там начинается по тебе вот это вот от трех колодцев еще от самого героя. Да, 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 вот так вот там пиу-пиу-пиу-пиу, и ты вот где-то здесь получаешь люлей в результате. 13-12 на 29-й минуте. Fnatic Na'Vi. Fnatic впереди. 2-0 в серии и 13-12 на карте. Но в этой игре по-прежнему, как ни крути, а впереди команда NatSvincer. Да. Ну и появляется Кираса у Тайни. Тайни у нас Кираса. Смотри, просто он на этой, на аватарке, он не влазит. Вот там, где лупу нажми, вот. Вот он, да, просто, просто слишком большой. Только бороду видно, да, и пол руки. Что ж, на топе Эсмал Тейлом. Здесь же рядом мы видим стоит Хани. Ждет того, кто первый притопается на хелпу. Сейчас, понимаешь, если, знаете, выиграют из-за того, что Висп Стини где-то забэкдорят им базу, я боюсь, мы опять услышим эти Крисы. Крисы. Только так выигрывать умею. Альянсов научились там и так далее. Вот это такой бред вообще начинают писать. Ну, типа, блин, это дота. Тут нужно выиграть не только убив в лоб пятерых героев. Вот в чем дело. Это все. Ну, скажем там, тактические, да, наработки какие-то. Ханик догоняет все-таки Хани, и Хани тут погибнет. Да, проблема огромная у Хани, и свидание Хани. 2-3-8 у него статас, загулял немножко Хани. Стоял он там, занял позицию в ожидании, что вот сейчас мои тиммейты ворвутся, или на них кто-то налетит, я тут же прыгну, вытяну, спасу. Но не тут-то было. 13-13, 30-я минута. Аганим у Виномансера. Опять. Да, Аганим у Виномансера. Он и так очень сильно ультой своей пугает и не дает толком жить, но вот с Аганимом это вообще сверхкруто. Да, и с Аганимом действительно будет носить очень-очень много дэмэджа. Конечно, главный недостаток этого урона — это то, что он вроде как затяжной. Да, все-таки я смотрю, да, все нормально. Прошу прощения, что иногда у нас на секунду полторы бывает попадание звука. Опять-таки, как нам предоставил специальную плату, которую мы, в принципе, никогда не используем. Ну, не плату, а переходнички, и они очень-очень старые. Да, да, они немного раздолбанные, поэтому иногда пропадает контакт, так что вы особо не волнуйтесь. Наш человек, он слушает, и сразу, как только звук пропадает, он сразу фиксит эту проблему. Точнее, фиксит мы, он нас предупреждает о том, что звук пропал, там телепорты на базу уже, да, делают фанатики. Даже не каска. Ну что, на 3 заходит команда Na'Vi? Да. Там будет пока Сашка. И вы смотрите, пока как-то слишком все просто. Лол, а зачем они отдают Т3? Ну, там они будут размениваться просто. То есть это просто размен линиями. Так это ж на руку команде Na'Vi. Почему это на руку команде Na'Vi? Там сейчас ребята залетят с релокейта, снесут еще одну линию. Хвост ультует. Так, где релокейт? Там Флай утонул, Флай умирает. Влетает сюда. Тинис из формы того убили. Это было на... Barracks are under attack. Axe is tempted to join the fray. Another phase begins. Like many a barrack. Да, я за эту жигаешься бейсболом, и как ты уже эти подачи активы. Это серьезно. Просто. Да, это было на руку команде. Причем. Ну это не сломали линию. Да, а Фнатики сломали. И теперь моя кусть, типа, надо дефить мид. И сейчас огромное преимущество зарабатывают Фнатики за счет вот этого вот размена. 7500 голды Na'Vi, кстати, по-прежнему ведут. 2500 экспы, но сейчас оно ломанется. Так. Так ты же не мажу, ты мне там показываешь. Блядь. Так, проверяйки. Ну, все нормально уже. Все отлично. Должно быть, по идее. Да, ну я вот тоже смотрю, у меня тут супер оборудование, супер пульт. Да, у меня тут не супер пульт, да, и не супер оборудование. Не супер оборудование, не супер. Да, ну ладно. Да. Что появляется у Тини? У Тини появляется Дейдалус. Ой-ой-ой-ой-ой. И тащит так вальяжно пупея к этому Тини. Тини с ним, опять же, разговор долгий не ведет. Да, просто убил и все. Ну что, и сейчас без пупея дефик, и смотри, прижали на базе. И 10 на секунд еще не будет хвоста. У хвоста ну нету байки. Забирать линию. Глипа нету. Это вторая линия. Хер вот они ничего не могут сделать. И Клокер вбивается в эру, тут там и проблемы у Клокера. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. 1099. Три погибла. Фнатики, кажется, 113. Иди сюда. Влетает. Пошли, смотри, на бой. Time to channel the inner axe.
Вот так. Эйдж, 1000! Так, Эра, поехали дальше. Эмпейдж, просто нечто. Да, Трипл Рэмпейдж в исполнении команды Фнатик в самом конце. Радость Фнатикам, сейчас Каспер вам включит. Да, вот, да. Вот, Фнатики! Фнатики уже в гранд-финале. Фнатики 2 этого Дримхака. Это феноменальная игра от них. Вот он!